целях выявления возможного конфликта интересов, а также достоверности информации, представленной начальником Департамента имущественных отношений Людмилой Толмачевой, в отношении приобретения земельных участков, указанных в сведениях о доходах и имуществе ее супруга, руководитель администрации Перми Дмитрий Самойлов поручил контрольно-аналитическому департаменту провести проверку Департамента имущественных отношений на предмет законности совершения сделок. Одной из возможных причин решения, принятого в отношении Толмачевой, стала информация о том, что ее мужу якобы принадлежат участки на Братской 100, где планировалось строительство зоопарка. Отправить чиновницу в отставку сити-менеджеру Перми рекомендовали и депутаты Гордумы на прошлой пленарке. Они высказали претензии руководству департамента в нецелевом использовании средств. У парламентариев возникли вопросы и к продаже двух автопарков в Кировском и Мотовилихинском районах Перми, которые не должны были уйти с молотка. Возможно, что скоро город получит 100 автобусов от «Газпрома» на газу, и нам нужно будет создавать муниципальные парки, и тогда нам нужно будет выкупать эти же автопарки по завышенной цене обратно в город. Депутаты проголосовали, чтобы эти автопарки не продавались. И несмотря на это, эти автопарки продали.